Всем привет, с вами Штейн, а это кратенький экскурс в чернопятничный движ онлайн-свитков. В ближайшую неделю нас ждут крутые скидки на Черный лес, базовую игру и данжевые дополнения, а также в ассортимент магазина Закроны и Свершения вернулись некоторые редкие и интересные товары. В общем, если есть что тратить, снова наступило удачное время для этой деятельности. Поехали, как всегда, по порядку. Итак, новость о скидках Черного Фредоса для консольных изданий на официальном сайте появилась еще несколько дней назад. А сегодня, так сказать, в 5 утра и без объявления войны, расшарилась и на владельцев ПК-версии Elder Scrolls Online. Прямо сейчас и до 2 декабря базовую игру и все варианты издания последней главы Черного Леса можно взять с огромной скидкой в 70 и 67% соответственно. Так, полное издание Blackwood, включающее игру и 5 больших глав, сейчас обойдется в 824 рубля вместо 2500. Глава Черный лес отдельно в 494, ну а базовая игра с одной главой Morrowind в смешные 239 рублей. Я, как всегда, порекомендую смотреть в сторону полного издания, с такой скидкой это максимально выгодный вариант, а если сомневаетесь или теряетесь в вариантах, рекомендую ознакомиться с моим видео о актуальном составе игры. Там я подробно рассказал о том, что куда входит и как не потеряться в этом разнообразии. Мы же топаем к ништякам внутриигровым, где помимо еще действующего праздника неустрашимых, приятно обновился ассортимент магазинов. Еще 5 дней в кронном магазине будет доступна 33% скидка на данжевые дополнения. Если подписку брать не хочется, а шмотки из DLC нужны, самое время искать способ обзавестись своим собственным набором. Также еще 4 дня с 50% скидкой будет продаваться набор из 4 дополнений «Гильдии и Слава». Бесплатный имперский город какого-то лешего до сих пор в наборе, однако и без него «Темное братство», «Гильдия воров» и «Арсиниум» за 2000 крон – это очень приятно. Напомню, это 3 сюжетных дополнения с полноценными локациями, 2 ветками навыков и вихревой ареной на сдачу. Надо обязательно брать. Еще в кронный магазин на 5 дней вернулись старые комплекты оружия неустрашимых, еще и со скидкой для обладателей подписки. Это те самые светящиеся варианты оружия, и если вы, к примеру, гонялись за золотыми пушками к своей золотой оболочке меридии, есть возможность собрать приятный глазу комплект. Бонусом на ту же неделю в шоп завезли ящики ледяного атронаха с полным комплектом их наград за кронные самоцветы. А соответственно и за народные печати свершений. Рекомендую рассмотреть полный ассортимент лично, ибо интересных вариантов кастомизации там действительно хватает. Я, к примеру, с удовольствием утащил себе личность охотника за сокровищами, за которой гоняюсь уже довольно давно. Забирайте и себе тоже и устроим ночной флешмоб с факелами. Выглядеть должно максимально эпично. Еще в магазин на недельку завезли костюм кожаной данмерской разведчицы из Морок Тонг. Цена кусача, зато в довесок дают модные очечи. Ну а со всем бонусом снова доступен набор Черного Фредоса и скидка на набор начинающего. Цена не очень, а единственная ценность внутри это 30 кронных уроков езды. Рекомендовать могу только если вам совсем некуда девать кроны или есть стойкая и неотвратимая любовь к ездовым когути. Ну и сюда же к совсем бонусам, пожалуй, отнесу и скидку на декор петов. Если такое нравится, весь ассортимент к вашим услугам. Ну а на этой хрюка-пука-гавкающей ноте у меня на сегодня все. Вот так вот коротко, ну никак не мог я пропустить такие скидки. Черный лес за 30% от цены это действительно приятно. Да и DLC, если удастся найти адекватного торгаша в чате, это тоже вкусно. Да, шанс небольшой, цены дикие, спрос все еще превышает предложение, но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Главное, не забывайте делать скриншоты обмена. По скидкам на кроны, бесплатной подписке и другим приятностям информации пока нет. Полагаю, приберегут на Новый год. Осталось-то всего ничего. Ну а стоит на страже пушистых и не очень ништяков, для вас как всегда Штейн. Огромное спасибо, что смотрели это видео, обновленный Тварчер уже на низком старте, на стрим-канале небольшой зомби-апокалипсис, присоединяйтесь. И конечно же, не болейте, не скучайте, до скорых встреч!
Better than I.